Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! Меня зовут Русских Иван, я вас приветствую на канале Процветок. Сегодня мы поговорим с вами еще о важных нюансах подготовки картофеля к посадке. Поговорим с вами о таких приемах, о том, насколько они обязательны, такие приемы, как проращивание картофеля, прогревание и зеленение. Многие садоводы, огородники, даже я бы так сказал, делают этот прием, прогревают и даже проращивают картофель с целью получения ростков. И считают, что получение ростков является абсолютно обязательным приемом при подготовке картофеля к посадке. Многие, слушая не совсем квалифицированные советы, делают проращивание картофеля в темных условиях, получая вроде бы такие длинные, красивые, но в то же время совершенно бесполезные ростки. Мы уже говорили здесь на канале о том, что лучше всего, если вы проращиваете картофель на свету. Многие парировали, что проращивание в темноте позволяет проявиться различным инфекционным заболеваниям, поражаются в первую очередь ростки, и по вот этим непроросшим росткам можно определить, или там поврежденным росткам можно определить, что клубень болен, и сделать сортировку. Однако же сортировка на уровне этиолированных таких светлых темновых проростков является очень опасной тем, что вот эти проростки являются крайне уязвимыми для заражения и перезаражения от плохо перебранного картофеля. В идеале семенной картофель должен быть полностью свободен, то есть сама картофелина, сам клубень должен быть полностью свободен от признаков внешних признаков каких-либо заболеваний. Если вы видите явно на клубне, что есть какие-то вдавленности, есть какие-то повреждения в виде трещин, в виде каких-то механических проблем, то такой клубень автоматически выбывает из звания семенного картофеля и ни при каких обстоятельствах не может использоваться в качестве семенного. На хранение и в процессе хранения может вестись переборка картофеля, пока еще ростков здесь никаких нету. На подготовку картофеля к посадке должен закладываться исключительно здоровый, внешне здоровый картофель. Итак, что такое семенной клубень? Это не крупный клубень. Клубень, который в диаметре, в разрезе где-то 3-4 сантиметра. Могут использоваться и более крупные клубни, но это просто нерационально с точки зрения экономики. Его можно съесть. А вот такие вот клубни вполне рационально использовать в качестве семян. И семенной клубень должен быть внешне абсолютно здоровым. Световое проращивание позволяет получить крепкие, толстые световые ростки, которые полностью заделываются в почву и которые подвергаются минимальным рискам механических повреждений в процессе посадки. Я видел даже на рынке, где продавали семенной картофель, как уже пожилая женщина, сидя за продавцом, очищала от клубней семенных этиолированные длинные проростки, и они заделывали это все в сетки и продавали достаточно дорого, как семенной картофель. Это самый худший вариант для семенного картофеля, который можно только выбрать, потому что удаление, повреждение этиолированных проростков, во-первых, дает ворота для инфекции, во-вторых, значительно снижает урожайность, потому что необходимо, чтобы проснулись дополнительные запасные вот эти глазки, их количество и качество оставляют желать лучшего. Поэтому лучше всего, если вы проращиваете картофель, проращивать его только на свету, для получения зеленых световых ростков, которые весьма устойчивы к болезням и которые отвечают всем тем потребностям, которые связаны с проращиванием картофеля. Для чего же проращивать картофель? Ну, единственное, польза от проращивания картофеля – это получение более ранней продукции. Соответственно, отсюда логический вывод какой? Что проращивать имеет смысл только
только-только ранний картофель для получения еще более ранней продукции. Сорта среднего срока созревания и уж тем более позднего срока созревания проращивать нет никакого смысла. Что же сделать с ними для того, чтобы они лучше начали расти в земле? Их нужно прогреть. Если сроки проращивания составляют примерно 25 до 30 дней, и есть схема специальная, о которой мы уже говорили на нашем канале, то прогреть клубни перед посадкой можно всего лишь в течение 7 дней. Для этого их стоит вытащить в теплое место, любое теплое место, но опять же желательно, чтобы это теплое место было освещено, потому что вы таким образом совместите прогревание клубня с его зеленением. Вообще зеленение клубней лучше всего делать по осени, в период выкопки картофеля и просушивания. Просушивание семенного картофеля надо вести на свету, с тем, чтобы он уже позеленевший закладывался на хранение, и это значительно улучшит его качество хранения. Но позеленить его можно, озеленить также и перед посадкой для прогревания. Для чего нужно это прогревание? Прогревание необходимо для того, чтобы картофель, попавший в еще достаточно холодную землю, не замер там, не задохнулся, не замерз и не сгнил, а для того, чтобы он все-таки начал расти, чтобы ростовые процессы в клубне уже начались. Поэтому можно для тех, кто не проращивал картофель, ну, многие уже посадили, я знаю, даже, хотя это очень рано, слишком рано. В нашей умеренной зоне земля еще недостаточно прогрелась, чтобы уже посадить картофель. Но многие уже посадили. И уж тем более это очень плохо сажать в холодную землю уже с наличием проростков. Это все замрет, начнет атаковаться болезнями, этиолированные эти проростки, и все будет плохо на самом деле. Так вот, прогревание картофеля с одновременным зеленением в течение 7 дней при температуре 20-25 градусов является очень-очень хорошим приемом для сортов всех групп спелости, включая ранний, для того, чтобы осуществить посадку такого картофеля. Ростков еще нет, они здесь только-только наклюнутся, вот эти глазочки, только бугорочки появятся, и это очень хорошо, они являются неуязвимыми. Далее, что хорошо, что в процессе посадки они не будут отрываться, они не будут механически повреждаться. И это не будет вызывать необходимость проснуться спящим почкам, и что задержит, в свою очередь, созревание картофеля, его готовность к уборке. Ну и, конечно, если мы говорим о каких-то предпосевных обработках картофеля, то все предпосевные обработки картофеля должны проводиться в сроки либо непосредственно перед посадкой, либо же, ну, хотя бы за неделю до посадки, когда вы кладете клубень на прогревание или одновременное зеленение, то есть за 7 дней до посадки, не более, за 30 дней делать какие-то, ну, жесткие обработки, может быть, химическими препаратами, химически синтезированными, такими как Максим там, или препаратами, которые совмещают в себе и инсектицидную обработку, и фунгицидную обработку маслами, делать вот за 30 дней вовсе не нужно. Нужно сделать либо непосредственно перед посадкой, или перед прогреванием, но не более чем за неделю. Вот такую вот подготовку все еще можно сделать для картофеля. Не торопитесь с посадкой картофеля и поступайте разумно в отношении отбора семян и подготовки картофеля к посадке. Но об обработках картофеля, предпосадочных обработках картофеля, мы еще с вами поговорим. И я еще расскажу вообще, стоит ли обрабатывать, не стоит, и чем стоит. И дам вам обязательно один из своих фирменных рецептов. На этом я прощаюсь с вами. До новых встреч!